Тут первая карта. Диего де ла Вега против Хаппера. Лига. Так, какие карты тут отходил? ЗТН, следующая аэро. Best of 5. Оп. Сюда, сюда, нахуй. Диего, блядь, сейчас будет до Талова прятаться. Пушек нету, все хуево. Подрейлит? Куда ты, блядь? Сейчас хаперу надо просто запушить его, нахуй. Ебать. Дерется, куда 30 хп, алло, блядь. Аганес, блядь. Смотрите, пытается, сзади армор лежит и все равно пытается что-то. Зачем? Чё он пытается здесь сделать? Охуеть. Так. На. Давай, хаппер, ёпта, атакуй. Пиздец, Диего, бля, боится. Попал! Ай, важный, не попал. Сейчас запушит, сейчас запушит. Еще попал. Сука наглая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай. Еба, руки трясутся, бля. Какие пинги? 33-23. Нормально. Ебать. Пизда, сейчас запушит. Куда ты, бля, лезешь, нахуй, убьет. Жесть. Ну вон он стоит, ёпта, слепошарый. Пиздец, это сколько там фов, блядь? 20, нахуй. Чтоб так не увидеть, блядь, я хуй его знаю. Так, так, аккуратненько. Пизда. Да выебывался, блядь, своим нахуй эрлганом, блядь. Все, сейчас хаппер не отпустит, на нахуй. Эта карта, мне кажется, достанется 100% хапперу. Ну и в целом, я думаю, хаппер посильнее Диеги играет. 3-0, я думаю, закроет. Моя ставка, я думаю. Мимо, блядь. Оп, хорошо. Красный пошел спокойненько на ракету, он разъебал голову. Нет? Не, не идет. А что ты тут пытаешься, блядь? Просто контроль карту, ему что-то надо пытаться делать. На, нахуй. И все, из-за этого то, что хотел подловить, блядь, сейчас ебанут еще. Жесть. Все, теперь прятаться надо. Подлови, подлови, Диего. Ебать. Ой. Ебать, подловил, блядь, хуй губами. Просто. Пани, получилось. Диего, блядь. Оп. На-на. 3-3. Тяжело, тяжело хаперу. Это еще лига, ебать, турнир, все дела, нахуй. На. Блядь, выживает? На. Что же делать, как же быть, блядь, 4 минуты, блядь. Руки джампа, нихуя, Диего. Смотрите, ёпта, раскрепостился спустя 40 лет, да. Да, нахуй. Еще банк, еще въебло. Ай, что, как? Просто он, блядь, вышел с шафтом и разъебал ему голову. Диего, в аркаду, нахуй. Сюда, сука, говорит, я тебя побью сейчас ракетами. Эх. Так, конечно, сыграл хаппер жестко. И ловит, ловит его, блядь. Ой. Привет, одет. Хорошо.
Ну давай, Диего, последний шанс. Руки! Руки трясутся, блядь! Попадет? Убьет. На нахуй, 4-4. Ой-ой-ой-ой-ой. 3 минуты до конца. Одна ошибка, и ты ошибся. Ебать, по башке нахуй, по тупой. Хорошо. 4-4. Просто банка поебле на всему свету, нахуй. Тут 200 на 200, сейчас только 50 армора появится внизу над ракетой, бля. Хаппер выходит на центр карты, бля, забрал рейлган. Все в одно время, это на руку Хапперу. Оп-оп, крутилки-вертелки. И сейчас Диего просто отдаст мигу, чекайте. Прям вот у меня чуйка такая. А, нет, Хаппер, блядь, вообще на красный идет зачем-то. Зачем-то это... И все отдал, пизда рулю. Ой-ой-ой-ой, вот что, ребята, значит, то, что надо хотя бы что-то посчитать, блядь. Тут 100 на 100 наел. Ладно, пушки сейчас надо собрать. Ракетка есть уже. Дай! Хорошо. Но опять же, размен это в пользу Диеги, потому что он на контроле, и на приколе, блядь. Оп. Бля-бля-бля-бля-бля, ручонки трясутся, не знаю, что это, ракеты закончились. На нахуй, прыжок. Попал в пиксель, что? 1,5 минуты до конца, и Диего, ой, этот Хаппер в говне. Диего пунш-пунш делает. О, попадет. На нахуй, прыгаешь, получаешь рейлган. Запомните, глупцы, не надо при перестрелке прыгать нахуй. На нахуй. Ебать, какие рокет-джампы, а? И что сейчас надо сделать Хапперу? Надо просто подловить шафтом. Бля, чуть не убил еще нахуй. А этот все ракетами пытался. 13-8, ёп, папиросим. 200 на 200 сейчас у Хаппера. Да ладно, только не рилганом. Так. И теперь в прятки. И сейчас в атаку пойдет. Блять, беги. За ним гонится, ёп, погоня нахуй, сигналками, блядь. Оп. Ну тут не продавить, не продавить. Слишком много хп. Мигу отдал, пиздец. Армор отдал. Не попадает еще дефолт. Важный бой. Да и какая, блядь. Да руки, руки. Попадет. На нахуй. 30. На. Прыгнул, опять получил рейлган. Два раза вот, смотрите, прыгал. Запомните, не прыгайте. И Диего вырывает очко, ёпт. Первое, блядь. На затеяние, нахуй. Первая карта за Диего. ГГ. Блин, ну тут Диего сколько там по демейджу? 3000 демедж... 3000 одного и второго, блядь. Ну Диего просто рейлом затюкал, нахуй. Шафт 45, 36 шастинок выстрелил. Ёбушки ебанцы. Погнали дальше, смотри. Vote now. Vote passed. Аэроволк, блядь. Ну тут-то хотя бы Хаппер давай. Ты что, просто так, что ли, тренился? Это уже турик коттеджа на 50 спальных мест? Нет, Тоха. Это Лига. Диеги. Да меня тут отвлекает. Prepare to fight. Three, two, one. Fight.
Погнали, вторая карта, на нахуй. Не попал. Попал. Мансует, мансует, смотрите как. Блять, какой наглый Диего со своим рейлом что-то пытается. На, опять попал. О. Ебать, опять попадает. Просто затюкал рейлами нахуй. Бедного хаппера. И сейчас еще продавит мигу, бля. 3 секунды до миги. Не идет хаппер. Ой-ой-ой-ой-ой! Пиздец, опять попал, но. Жесть, он его душит. Хорошо. Нихуя себе. Боится. Где надо было рейлган включать, он включает ракету. Нихуя рейлом, блядь. Странное решение, конечно, у Диеги. Иногда, блядь, ну стопа рейл тыркает, а здесь, блядь, хотел 4 ракеты попасть. Ебать, попал. 2-0. Что-то вообще без шансов. Опять попал. Куда там целиться, нам? И опять попал. Ебать, все плохо, блядь. И опять попал, ахуй. Сколько там рейл? 600? Да нахуй. Просто тюкает, ёб, затюкал нахуй, бедного, бля. Сейчас если опять ракету включит, я вообще охуею. Ну нет рейлгана, ёптать, попади, бля. Просто попытайся подрейлить-то нахуй. Оп-оп-оп, стрейфочки, хуёчки. Все в одно время. Что будет делать Диего? Блять, какая ракета, ебаный Алибаба, блять. Мига лежит. Мига, бля, куда ты пошел-то нахуй? Ебать его в рот. Ой, блять. А почему, зачем этот нахуй телепорт? Вот люди, блять, у них какая-то мания нахуй в эти телепорты ходить. Фролы, Фролы, ты тут? Заметно тебе, нет? Ты так же ее делаешь. Я сейчас опять охуел с этого, блядь. Просто мига лежит, сделай шаг назад с ракеты. Нет, блядь, он зашел в телепорт, нахуй, хуй пойми, какой путь выбрал, блядь, и по итогу отдал мигу. Хорошо. Да выебывался, 4-1. На, ну. Оп, оп. На, нахуй, по еблету. Опять все пытается своей пукалкой, ёпта. Как будто ракетчик такой, я ебу. Ай, ай, куда? На все кнопки, нахуй. Вот как он его там отпустил? Это нервишки, ребята, у мальчишки. На. Видите, как нервничает. Нет, блядь, просто шансов включить и разъебать голову, нахуй. Он что-то пытает. О, а раньше можно было так? Нервничает, нервничает. Пацанята, бля. На. Ебать. Ебать. Да шафт отключи, ебаный папуас, блядь. Это жесть. 4-3. Шафт. Ой-ой-ой, нихрена там Диего, мастер стрейфа. Вы видали, как он крутит, ёпта. Ну, на. Еще хочешь, на еще. Вот у тебя есть преимущество шафт. Ты знаешь то, что у типа ракета рейл там. Ну включи ты, блядь, шафт со средней дистанции, разъеби голову, правильно? Нет, блядь, он хуярит этой ракетой до упора, блядь. Ну опять. Вот сейчас шафт включи просто и разъеби. Блядь. Мамкина рейлера и это. На. На. Пизда. О, повезло. Шафт!
Блять, опять неправильные действия. Почему не пойти сразу на шафт и не разъебать типа? Согласны? Вот опять. Стоял, стоял, ждал, хотел подрелить. Отошел, блять, и отдал и мигу, и красный. Гемини, ёпта. На, нахуй. И теперь получай пиздюлей, нахуй. На, еще. Блять, такие, конечно, решения принимают. Что один шов, второй, ёпта. Это ад. Ебать. 7-5. Нихуя тут ускорение. Да шафты включи, блядь. У тебя 400 хп было, блядь. Осталось 100, нахуй. Опять, смотрите, ракеты пытается. Жесть. Он ему дал въебало ракетой. И все равно пытается дальше ракетой. Ай, блядь. Попал еще самое главное. Это вообще жесть. На, нахуй. Хорошо. 8-6, играем дальше. Опять, смотрите, мига лежит, он зашел в телепорт, и опять повезло, пиздец, то, что сейчас попал. На прыжок лови. Нет, на ложка лови, нахуй. 8-7. У меня два диеги на экране. Так-то да, зизикает. Да, нахуй. Бля, хорошо попадает. Только шафтом надо пользоваться, ёпта. Не впритык, блядь. На, довоёбывался. Диего до конца будет тыкать. Он попал в две ракеты, рейл. И он до конца будет рейлом этим тюкать, чекать. А опять еще рейлган. И сейчас опять будет, смотрите, рейл тюкать. И еще, смотрите, сейчас опять будет тюкать. Это пизда. Вот откуда хп? Ай, блядь, я в ахах. И то, что он дал там 500 демейджа, блядь, он мог переключиться на шотган, там что-то у него, в общем, машинки, блядь. А, все есть, нахуй. И он, это жесть. А теперь все, промахи пошли, и что? И что, блядь? Да. Тоже контрольщик, блядь, хаппер, пиздец. Аккуратно, аккуратно, Джефферсон. Шафтиться будем вообще? Нет, на нахуй. Или вы рейлганчики мамкины? О, нихуя тут ускорение, турбо, ёпта, включил. С пилой, блядь. Мега, блядь! Это жесть. Ой, затюкал рейлами нахуй. Ай да Диего, да лавега, блядь. Услышал то, что на том арморе на желтом, и все равно не идет на красный. Вот как это? Вот что в голове, блядь? Я просто не понимаю. Сейчас появляются через 5 секунд. В 20. Все, появились. Сзади аптеки, во. Оп, оп. Сейчас мига, он здесь окопался, ёпта, тактика окопулька, 1.5 минуты, страшно, ёпта. Адреналинчик играет большую, на, нахуй. Сейчас мигу возьмёт и пойдет разъебет его, я бы так сделал. Ну не спеши ты, бля, просто пешком, подойди, ебани ракеты и все. Не, ну с такими ракетами, нахуй, это... В конце хоть попали. Ой-ой-ой-ой-ой, да, ну шафт, шафт, сука. Да шафт, ты включи, ты просто, блядь. Да, 4 рогана пропустит, сейчас 5 пропустит. Это жесть. 400 на 400 было, блядь. На, драки. О, блядь, по телепортам. Шафт. Да шафт, включи ты, блядь. Это пиздец. Я в ахуе. Сзади мига, и он не идет за ней, смотрите. Все, пошел, ладно. Отдал. И не попытался даже подрейлить. Дает шанс, кстати, хайпер. Хайпер сейчас может это. Ну, после желтого разъебать ему голову. Здесь 100 хп. Воу-воу. Воу. Ебать, тут, блядь, страшно. На, прыгнул, получил. Прыгнул, получил. Прыгнул, получил, нахуй. ГГ. Ай да Диего, блядь. Я почему-то думал, то, что будет 3-0 в пользу хайпера. Какая следующая карта, интересно? Ай да Диего. Молодец. Молодец, реально. Я в ахуях.
Пока 2-0. Ждем следующей карты. Какая будет? Синистер. Синистер или Эльдристер, я. Vote now. Vote passed. Топ нервы на пределе, да, Зизикэт? Prepare to fight. Погнали. Хоппер 1400, Диги 1300, нихуя играют. На, ебать, с машинкой, сука, разъебу, бля. Бля, куда, ёб, вы чё там, нахуй, в кучу переиграли, бля. Просто с машинкой накинулся на типа, говорю, сейчас победю тебя. Как можно, бля. Ой. Ебать, Диего попадает. Еба, что? Хорошо. 1-1, играем дальше. Ой! Ой! Красота, бля. Точнее, 2-1 по картам. И 2-1 счет. Давай, надо брать хаппер карту эту. Просто сбили, да, нахуй. Аккуратненько прополз сюда. Хоп-хоп. Ебать. Ай. На, нахуй. И куда, блядь? Ну с такими ракетами это нахуй он кобри, ёпта. 31-37, блядь. Сука. Вот почему шафт не включает ни один, ни другой? Я не понимаю этого. Не уверен в шафте своем? Да уж лучше шафт включать, если... Куда ты, блядь, попал? Ебать. Я говорю, фов 20, походу, у него. Притыкал ган. Теперь шаг. Дожимаем, дожимаем. Нихуя. Ааа, блядь, это пизда, это просто пизда. Что нахуй? И я теперь этот бежит. Блядь, какие у них зарубы нахуй. Ой, три, блядь. Вот что тут пытаешься с тремя хпами сделать? На, просто пиздец. Вот что в голове у типа? Он хотел 4 релгана ему попасть с тремя хпами? Мне просто вот, ну, непонятно. И все подловы. Ди бежит, блядь, на него просто. Диего, ты что там, нахуй? Блядь, чуть не убил, чуть-чуть с респа. 5-1. Ну, хайпер видно на этой карте, я посильнее буду. На! Ну, душами, блядь. Ракеты летят. Сейчас Диего... На какой минуте Диего сдастся? Делаем ставки, дамы и господа. На. Вот, видите, шафт начал включать. И все, изи, ёпта. Опять с респа. 8-1 без шансов. Так. Не, еще можно, конечно, камбэкнуть, если прям контроль захватить, то... но прикол в том, что ты хайпер на контроле.
все, у Диего эти релганы перестали лететь. И Хаппер опять, смотрите, Диего со 100 хапами отвоевал Мигу. Просто за счет того, что включил шафт. А Хаппер почему-то испугался нападать на него. Откуда вот там ХП? На. Ебать, ракетчики, бля. Забьет. Ну, шафт включит, ебаный папуас. Хорошо. 9-1. На. Диего все пытается с ракетой, блядь, распиздошить его. Уже, блядь, 10 фрагов попал за счет этой ракеты. На, еще. И бежит опять с ракетой, как болванчик. Прям преследует, пиздец, хочет разъебать. Попадет? Хорош. Руки, руки. Амигу, не надо забирать. Понял. Такой шнырь. Ну, руки джамп, ёпта, фраги нужны. Хорошо. Прикиньте, камбэкнет. Или это нереально? Шаф не забрал. Нет, для такого, как Диего, это нереально. Он наломился на типа. ГГ. Комбо. Два один по картам. Эль Дристер сейчас будет. Дамы и господа. Vote now. Vote. Сейчас прикол будет, если на камбэк Хаппер вывезет. Ну да, я вообще сейчас охуею. Ну тут Эль Дристер, ёптать, вроде говорят, Диего задрот на этой карте. Vote now. Vote passed. Я думаю, он и ни разу не играл. Кто? Хаппер играл, конечно. Prepare to fight. Погнали. 3, 2, 1. Fight. Уяк. Блять, Диего даже не знает, куда бежать нам. А зачем ты дверки открыл, Мигу не взял? Мне просто вот интересно, что в голове у Диего. Он, блядь, как ящерица, нахуй, думает, походу. Ебать, секунду подождал, потом взял. За чего эта секунда нужна была? Ладно, похуй. Армор появляется. 33. Хорошо.
Ключ забрал, блядь. Да, хаппер? Да, с ключом уже. А этот ключ ждет. Там же слышно, когда ключ берет. Ты-ты. Пиздец. И он будет ждать его до минуты. Чекайте. Хоть доперло то, что ключ уже спиздили, нахуй. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Ой, блядь, хаппер этот, нахуй. На! Вот как там такие ракеты ловит? Я хуй его знает. Нервишки, бля, у мальчишки. А это еще без шафта бегает. На, нахуй. Просто пробежал и все, изи. Игра до первого фрага. Потом Диего начинает ломиться. Чекай. Что, блядь? Просто три ракеты дал, нахуй. 17. Ни разу не попал с машинки, блядь. Охуеть. Он хотел проломить лбом, блядь, ворота эти, нахуй. А, открылись. На, ёпта. Вообще, ебать, он нервничает. Выигрывает один фраг и нервничает, пиздец. Сейчас драка будет. Помчали. Опять ракету попал. А, пиздец, блядь. Ебать, у него ракеты сильные, кстати, у Диеги. Охуеть. Нормально, 3-0, играем дальше. Хорошо, 76-й попытки. Залез на. Ну проатакуй шафтом-то, сука. Пиздец, он, блядь, упоротый нахуй с этой ракетой. Так, все. Это, кстати, ошибка, то, что сейчас Диего пошел за рейлганом. Смотрите, сейчас будет много очень рейлганов юзать. И не будет попадать. Кстати, на этой карте рейлганов всего 5 штук дается. На, на. Ой-ой-ой. Куда-то, блядь. Хуя руки джампы. И на шафт сразу бежать, еще фрагуля будет. Тот уже на рейлгане. А, нет, бежит. Что-то вообще легко для Диеги, смотрите, в царя горы играет. Уже все выебывается. Фу, отдал. Хорош. Ебать, ну тут лава пал. Так. Оп, оп. Хорошо сейчас. Нормально, просто ракетами сбивает. Ебать. Как он их кидает? Своими поклюшками, блядь. Погоня, блядь. Да тут 7 фрагов вообще нереально откомбакать. Нахуй, давай, плазми полностью. Ха-ха-ха.
Нормально. Ну и карта. ГГ. И поздравляем Дея Едоловейгу нахуй. Он побеждает хапера 3-1. 3-1. Красава.